Советским героям-пограничникам и их служебным собакам, отдавшим свои жизни под Легедзино и в других сражениях Великой Отечественной войны, посвящается. Ловушка сначала не сработала, думал уйдет. В самый последний момент зацепился, сильный оказался. Очень сильный. Теперь не уйдешь. Попался, волчар. Ты видишь, что это собака, а не волк? И чё, отпустите его теперь, он опять воровать начнет. Чтобы не воровал, поставишь его на довольствие. Поставишь на довольствие. Убивать жалко, убить хочешь? На, держи. Бери нож. Отпускать тоже жалко. Бери. Это ты. Иди сюда, иди сюда. Иди сюда, иди сюда. Джульбарс, рапорт. Джульбарс, рапорт. Ну какой ты глупый. Он не глупый. Он хитрый. Рапорт. Молодец. Ну ты даешь. Ой, чай, кофе. Можно. Чем обязан? Вот решил посмотреть, как ты тут. Да как, вот работаю. Наслышан о твоих подвигах? Да какие подвиги? Не смог ни одного живым взять. Жаль. Личная просьба. Знакомая у меня была направлена в местную больницу на должность зав. Отделением. Пропала. И как фамилия? Павлова. Да, Кира Андреевна. Павлова. Год? Да не помню. Дочь Лиза. Слушай, тут у нас раненый был из школы собаководства. Ну, мимо проезжала машина, а в ней женщина-хирург. И при ней девочка лет 5-6. Женщина-хирург? Угу. Адрес школы? Степная, 10. Федор Сергеевич, себя?
Бери коньяк. Пойдем. Пойдем, пойдем, отпразднуем. Прятаться ее надо. Было бы куда. А у нас тут комиссия, управление. Они же везде свой нос суют. А тут двое постояльцев на территории. Она тебя спасла. Это ты им объяснять станешь. А ей деваться некуда. У нас посторонние на территории. Я ее уложу потихонечку куда-нибудь. Потом мы возвращаемся. Я ей этого не объясню. Ты это объяснишь, когда ее отсюда выгонять станут. Она же спрашивает, а почему холодным? А чтоб союзники не помогли. Товарищ начальник. Да ладно, потом доложишь. Рядом. Давай, рассказывай, показывай свое хозяйство. Да ладно. Пойдем, знакомься, пойдем. Товарищ Поляков, заведующий отделом обкома. Все, пошли. Нам до станции. Так, Кира Андреевна, ну, какая разница куда? Я же не так сама то, что везти куда попросят. Я на службе. Неужели вам трудно? У нас по школе комиссия ходит. С меня же голову снимут. Добрый вечер. Это у кого ж такие чудесные члены семьи, а? Шевцов, ты, насколько я знаю, не жена. Ты что, скрываешь? Товарищ начальник, разрешите доложить. Правильно, Шевцов. Обманывать начальство себе дороже. Так к кому вы приехали? Кому так повезло? Я никому не приехала. Я просто здесь... Я жила здесь. Ну, или... Ну, то есть не жила... Что значит жила, не жила? Не понял? Товарищ начальник, это я попросил гражданку остаться у нас на несколько дней и помочь. Ты что здесь, что? Что, Сергей? А? Да наш герой. Рядом. Рядом. Барьер. Молодец. Товарищ Павлова спасла нашего бойца. Он был тяжело ранен. Она его прооперировала прямо здесь. Он бы не доехал до города, умер бы. Она его выходила. Она молодец. Сам доложить не мог? Виноват. Вот товарищ Павлова спасла, а ты... Все, спасибо. Большое спасибо. Оставайтесь сколько надо. Пошли, пошли, пошли. Все, пошли. Привет. Я так долго искал тебя и маму. Все не мог найти, и вот нашел. Зачем вы мою маму искали? Маму? Ну, чтоб тебя быстрее найти. Ну, мне надо идти. Мы с тобой обязательно скоро увидимся. До свидания. До встречи.
Доброе утро. Доброе. Все хорошо? Спалось плохо. Вот опять кто-то на подоконнике оставил. Твои тайные воздыхатели? Да откуда тут? Да кто угодно может быть. Иван Матвеевич, например. Зачем вы такое говорите? Или вы правда так думаете? Ничего нет. Ты красивая. Да мне кажется, он кроме своих собак никого больше не любит. Может, ему одному хорошо. Я через полчаса в город поеду. Если вам надо чего-то из медикаментов, напишите, да? Молодцы. Чувствуется женская рука. За мной! Вперед! Вперед! Точно не он. Глаша, давай список напишем. Вот, смотрите, эти лекарства будут наверняка, если этих не будет. Никакие другие не берите. Я написала все, они поймут. Здесь перевязочные средства. Что? Ничего. Глаша? У меня сердце болит. А, не то. Ах, бары. Глаша. У меня от тебя болит. Да не, Эльбар. Глаша. Сердце болит. Сердцем, сердцем. Сердце у меня болит. Чего? Сердце. Сердце болит. Эй, Яша, проходи, проходи, ложись. Ложись, ложись, аккуратно. Давай, давай, давай. Сердце болит. Ой. Кира Андреевна! Кто-нибудь позовите Киру Андреевну, у Яши сердечный приступ! Кира Андреевна! Сердце болит. Ты глупый! Ты? Дурак! Засранец! Сахта за Михаил Фарды, ну ты бери. Шутку тоже мне нашелся! Глаша, успокойся! Ромео наш влюбился. А с какого боку подойти, не знает. Плохо насоветовал. Нормально я насоветовал. Мы даже речь отрепетировали. Плохо отрепетировали.
Ты вам. Спасибо большое. Большое, пожалуйста. Как дела? Хорошо. Хорошо. И у меня. Собирайся, поедем в парк. Мы никуда не поедем. Карусели. Конечно. Лиза. Мороженое. Да. Как вы тут живете? Тен-тен-тен-тен-тен. Заменим. Ну, собирай маму, а я в машине подожду. Мам, а мне какое платье одеть? Горошек или с цветами? Надеть. Дядя Ваня, мы в гости на карусели кататься. Поедемте с нами? Я с удовольствием, дел много. Я боюсь, до вечера не управлюсь. Ладно, дядя Ваня, когда вернусь, я ему обязательно с делами помогу. Что-то как-то народу много, да? Ты прости, что так получилось с этим вызовом для тебя. Но я все время хочу как лучше, получается боком. Все равно рад, что вы приехали. Ты рада? Да. А. Устроилась бы на работу на какую-нибудь. Все-таки повышение квалификации, деньги. Возьмите шарики. Спасибо. Не, ну смотри сама. А ты знаешь, Лиза, сказочку про пастушка? Нет. Жил-был пастушок, и он овец спас. И однажды решил подшутить на всей своей деревне. Перебежал в деревню и говорит: волки, волки, пришли волки, и они едят овец. Все поверили. Тоже побежали, смотрят, а волков никаких нет. Но однажды, когда на самом деле пришли волки и начали есть овец, пастушок закричал: «Волки, волки!», но ему уже никто не поверил. Понимаешь? Ну что, пойдем на карусели или по мороженому? Да, но, наверное, сначала на карусели или по мороженому, или наоборот. Хорошо, пойдем. Улыбаемся, девочки. Молодцы. У меня сейчас отдел в обкоме.
НКВД, армия, ну ты понимаешь. Осторожнее. Возвращайся ко мне. Или Лизу я у тебя заберу. Молодец. Одно удовольствие с ним работать. Конечно. Попробуй, походи чуть-чуть, потопчи. Потопчи, потопчи, покажи мне. Вот. Теперь иди сюда. Не жмет? Нет. В носках не жмет? Нет. А вот так вот нажимаю. Пятка как? Лиза, пойди поиграй с Жульбарсом, я успела с Сергеичем поговорить надо. Говорить нам с Павлом Сергеевичем не о чем. Я не вернусь и дочь не отдам. Да. Выбросить. Надо. Передай. Сюрприза не получилось. Лиза.
Постой здесь, пожалуйста. Иван Матвеевич, я, наверное, уеду. Снова в город на Кавасели? Нет, ну совсем. Ну, ваше право. Егорычу вы помогли, спасибо. Собаку оставите? Я не могу ее взять с собой. Ну, оставляйте. Хорошо. Вы ничего обо мне не знаете. Прости меня, пожалуйста. Я остаться здесь не могу. Барс ничего не ест. Не надо ничего говорить. Барс, по-моему, заболел. Ведет себя странно. Лежит на одном месте, от еды отказывается. Воду пьет? Нет. Это плохо по такой жаре. Сейчас приду. Хорошо. Все, можешь забирать. Молодец. Без доктора остались? Да мы и были без доктора. Джуля! Мама! Джульбарс лежит там, у пруда, и не шевелится. Собака. Собака. Да ничего с ним не случится.
поживет у меня, с Герцем они ладят. Ну и вдвоем веселее будет. Не брошу его. Не по своей воле выживете. Не по своей? Я тебе так скажу. От проблем не уйдешь. Не получится. Но ведь иногда кажется, что это самый лучший путь. И от себя не убежишь. Я Ване уже сказала. Уже Ваня. Я не могу ничего объяснить. Ни вам, ни Шевцову. А Джульбар смогу. Собака. Ах ты, симулянт. Всех перехитрил. Мы с Глафирой хотим открыть ячейку социалистического общества. Только ваше разрешение надо. Слушай, Яша. Ну, если у вас там с ней все договорено, то я не против. Смирно. Кругом. Далеко собрался? Жить вместе будем. До завтра. Устав надо выучить. Будешь мне помогать? Я командир сходил. Он разрешение дал. Уже приказ пишет. Он рад. А это моя хорошая. Эхбар. Какой приказ? Командир разрешение дал жениться. С кем жениться? На тебе. Праздник, большой праздник. Ай-ай. Какой праздник? Колбасу будешь кушать. Праздник, да. Ходил фарда. Иван Матвеевич. Давно ли девушками решили торговать? Если что-то не очень понял. Уже подписали приказ. Какой приказ? Ну, он сказал, приказ. Замуж меня отдать. Подписали? Так ты не спросил,
Это? Девочка. Разрешение спрашивать не нужно. Ты для меня отец. Для нее отец. Я у тебя спросил? Ты разрешение дал? Пойдешь в оружейку, там тебе выдадут винтовку и патроны. Если этот придет к тебе еще раз, жениться без спросу, стреляй на поражение. При коммунизме, Яша, за девушкой ухаживать надо и разрешение спрашивать у нее. Выйди. А я уже застрелю. Дикий. Привыкнем. Павел Сергеевич, вам пакет из Москвы. Специальный. Паш, а? Дождались. Я так рада. Наконец-то Москву увижу. Красную площадь, метро. Ты иди. Ну что, где мама? Здесь. Дома? Иди, поиграй в машинки. Ха-ха.
Собирайся. Мы с Лизой уезжаем в Москву. А ты хочешь с нами? Спасибо тебе. Помочь? Собраться помочь? Паша, у нас в школе машина есть. Я могу договориться, тебя отвезут. Отвезут? Отвезут. А хочешь любви моей вечной? Хочешь прислугу? Хочешь много денег? Счастья, счастья. Своей дочери хочешь? Не вижу по глазам ничего. Не пойму. А я ж так тебя люблю. Джульмарс, что-то случилось. Люблю же тебя, но знаешь, тебя и дочь больше всего на свете. Хочу быть с вами. Убери от меня руки. Что? О, ты с ума сошел? Отстанет он от нее. Да, история с географией. Чего он сказал? Не расслышал? Ты б его поостерегался, нехороший он мужик. Да я тебя не пугаю, ты ж пуганый. А здорово она тебя зацепила. Я ж вижу, как она на тебя смотрит. И ты на нее. Вроде взрослые люди. Собаки и то понятливее. Товарищ, у нас здесь не принято курить. На днях был в управлении у начальника, а тебе разговор зашел. Я тебя похвалил. Спасибо. Что спасибо? Проблему надо решать. Вся эта каша с диверсантами. Что именно? Ну, ты же знаешь.
Но я в рапорте написал. Читал. У тебя были бойцы. Собак. Что в итоге? 4 трупа. А мне как-то надо принимать решение. Кто виноват? Надо назначить виноватого. Начальник этой школы собачьей, Ваня. Как его фамилия? Шевцов. Шевцов. Присмотрись к нему. Да? А завтра мне правильный рапорт принеси. Я тебя все равно найду. Лиза! Иван Матвеевич. Кира Андреевна, завтра в город театр приезжает. Не составите компанию? Хорошо. Спасибо. Лиза!